Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Пришло время выполнять задание и как это сделать, как получить бонусные доллары для ваших роботов в Финтрейд-центре. Сейчас я вам покажу. Я уже активировался, сейчас мы перейдем в кабинет. И что вам нужно будет делать раз в неделю? Ну, здесь вы видите, что торги полностью идут. Вам нужно будет зайти в карьеру и раз в неделю... Здесь появляются вот такие вот задания. Что здесь можно сделать? Чтобы получить 5 долларов, достаточно того, что вы копируете вот эти хэштеги, переходите по этому видео, смотреть его не обязательно, но если хотите, еще раз посмотрите. И смотрите, вы должны им поделиться на той странице, с которой вы будете отправлять ссылку. Если это ВКонтакт, значит ВКонтакте. Если это Facebook, значит Facebook. Я обычно делюсь на Фейсбуке. Сюда я ставлю вот эти хэштеги. Что я еще могу здесь сделать? Я могу опубликовать. То есть я на Фейсбуке это все публикую. Все, я могу отсюда уходить. То есть мы обратно заходим в карьеру. Вот моя страничка. Давайте ее обновим. Перезагрузить нажму. У нас должно здесь появиться видео с хэштегами. Вот у нас видео с хэштегами появилось. Мы нажимаем «Копировать адрес ссылки» и вот сюда «В опубликовать» мы вставляем ссылку. Ссылку на пост, который мы сделали только что. Я выполнил задание. Ждем. Задание отправлено на модерацию. То есть плюс 5 долларов у нас уже на бонусном счету после проверки будет. Записать видеоролик и опубликовать его в соцсетях. Именно вот этот ролик, который я сейчас записываю, я его позже опубликую в соцсетях. Опубликуйте пост приглашения. Как это сделать? Все тоже достаточно просто. Вы копируете хэштеги. Страница, где вы это будете публиковать, у вас должна быть открыта. И, соответственно, вот так вот вы вставляете. И здесь мы что делаем? Мы делаем вот так вот. Приглашаю в команду. Так, вот так вот. Мы копируем вот этот призыв к действию. Вставляем сюда. Вставляем сюда. И еще дополнительно мы сюда вставляем ссылку. Вставляете свою ссылку. То есть вот так вот это все делается. Сейчас у нас это все, вот, все у нас как бы готово. Мы жмем опубликовать. Вот этот пост. Мы копируем адрес ссылки и заряжаем в наше задание. Мы заряжаем наше задание. Вот сюда мы это все делаем. Я выполнил задание. То есть ждем, пока у нас обновится. Задание отправлено на модерацию. Ну и, соответственно, вот этот ролик, где выполнять задание, я его сейчас подготовлю и тоже опубликую на этой странице. Кому интересно, кто хочет зарабатывать деньги в интернете без первоначальных вложений, рекомендую именно вот этот Финтрейд Центр, где можно просто и легко уже начинать рекламировать эту компанию, и за это компания будет вам сначала платить бонусные доллары, на которых вы потом сможете купить, вы сможете вот таких роботов, которые вам будут приносить денежки на ваш счет, которые можно будет потом вывести. На этом заканчиваю. Всем привет!